Мы продолжаем нашу водилку. Возвращаемся на наше поле боя, где лежат почти что бренные остатки нашего робота. В это время Хрон наслаждается видами пустоши, одуваем ветром и мучаем совестью. Стоит там под луной. Славик утирает пот после того, как убил здесь всех практически в одиночку. Собака, прихрамывая, идет к нему. Экспа, давай распределять кого. Экспа в конце. Ладно. Она здесь не сразу падает, ты уж извини. Хорошо. А девочка в этот момент Волкову рассказывает, что там произошло. Так, мы возвращаемся. Там эти вот такие, они, мы их, И Волков все удивленный на нее, что она размахивает тут руками. Кто они? Девочкой сделали. Так, что вы будете делать? Что они сделали с ней? Что вы здесь, товарищи, делаете-то? Я пытаюсь затащить робота обратно внутрь. Так, ты берешь робота за ноги и тащишь его или за руки. Его надо подключить. Он тяжеленный, наверное. Но я там... его обратно. Он же робот-гуманоид, размером с человека примерно. Я вешу 140 килограмм. А, ничего, нормально, за ноги затащу. Голова его постукивает по камушкам. Да. Хрон, ты что там, так и будешь стоять теперь? Забери пистолет. У меня совесть замучила, я иду назад. Рад, что все мертвы. Ищу свой пистолет. Забираешь фонарик, пистолет? Бери фонарик, пошли за нами. Шо, и вот эти трупы я пока отложу. Мы сейчас учтем, что они здесь есть. Я пока сотру этот. И фонарик беру. Не фонарик забудь. Да, фонарик. Фонарик и пистолет, да. И вы все собираетесь в холле, где сидит Волков, чиня что-то. Вот трупы будем считать, что вы тоже сюда притащили, где посветлее. Рано или поздно. Сами вы все тоже где-то здесь. Собака сидит угрюмая, зализывая рану. Напоминаю, что отравлены ядом у нас Марина, Рамон, но Роман не отравлен, Славик отравлен. И собака отравлена. Причем у собаки всего 4 хита осталось. Я сижу в темном углу, обхватив коленки и так раскачиваюсь. Рамон лежит здесь. Что с вами произошло? Что вы такое творили? Я затаскиваю робота со словами «Ключи его как-нибудь, он полубой отрезал». Подожди, я же еще не собрал до конца. Или уже собрал? Да брось ты оружие, займись, вот тут погибает робот. Чтобы включить робота, Волков, тебе нужно сразу же прокинуть на умение. Массаж простаты. На науку. Науку у тебя сколько? Так, наука 50. Сейчас. Мою. Сколько 50? 56. Сам будешь кидать или мне доверяешь? Да ты кидай. Отлично. Можно помочь ему как-то, нет? Или он сам только может? 37. Ты включаешь Рамон, он активируется с одним хитпоинтом. Yeah, I'm alive. Начинает сразу дергать руками, ногами, типа он все еще бежит куда-то там. После этого поднимается и так все еще подергиваясь. Теперь мое кодовое имя Хаммерштайн. Почему? Потом. Не, кто может, кто. Кому интересно, погуглите Хаммерштайн. Хорошо. Хаммерштайн. Рамон включился. Чем у нас будет медик теперь заниматься? Я поищу какие-то, может, тряпки или какой-то медицинский, может, первая помощь есть какая-то здесь, или медицинский отсек, может, есть какой-то здесь. Есть какой-то, должен быть медбей. Давай посмотрим, сохранилось ли что-то. Удача у тебя какая? Медбей 5, стандартная. Да, находишь сумочку первой помощи, такой здоровую, докторскую даже, не первую помощь, а докторскую сумку. Докторская. Ну, докторская используется, да, чтобы лечить... раненые конечности, да, по-моему? Mm-hmm. Ранение серьезное, там выколотый глаз, все остальное. Почему будешь заниматься лечением, да? Да, я буду хилять всех подряд. Себя сначала, потому что... Хорошо, кто-то хочет в это время что-то делать, или мы будем скипать? Я говорю, пацаны, с роботом. А я выход нашел совершенно случайно. Ходил на разведку, на самом деле. Я саморемонтом хочу заняться. Саморемонтом? Нужна роботу помощь моя, или он сам сможет себя восстанавливать? У вас с Волковым инженерное искусство складывается, и так вот можете прокидывать. Оу. Ух ты. Вы входите в группу, подключаетесь друг к другу. Так, ремонт 47 у меня. У меня 15 ремонта. Да не ремонт, инженерия. А инженерия что? Это наука. Наука. Кошмар творится. Наука 56. Как саморемонтом занимается? У меня 20. Ну нормально, короче... Нормально. Отремонтируешь. Но на это уйдет несколько часов, чтобы восстановить тебя полностью. Хорошо.
Ну, занимаемся. Давайте, как раз до рассвета проковыряемся тут. Девушку кто-нибудь будет лечить, или она там спряталась? Доктор, сделай антияд. Хорошо, я еще успею, надо по собаку тоже подлечить немножко, перевязать ей. А то каждый час будет по 4 поинта теряться. Я подхожу к девушке и забочусь о ее психологическом состоянии. Поздно уже, Саша. Я поднимаю на руки мистера Вискерса, протягиваю к тебе, говорю, они ранили мистера Вискерса, ты можешь ему помочь? Могу, я ему сделаю перевязку. Переливание. Ты будешь на переливание. Надо дыхание рот в рот делать. Переливание, все сделаем. Все будет хорошо. Как тебя зовут-то, девчушка? Шадай. Ладно, за этими заботами у вас время проходит до утра. Надо делать противоядие. Да, возможно, вы еще и подремали. Вы можете собрать тут сколько? 5 хвостов. Достаю нож, который я отобрал когда-то у нашего. Ну, пока будем считать, что ты нашел противоядие в аптечке. Но оно все там кончилось на этом. Окей, да. Ну хорошо, закончилось. На ночь я бы забаррикадировался. 4-5 желез, тогда в инвентарь кладем. Я кладу. Желез скорпионов, да? Угу. 5 штук. Да. Хорошо. Именно. Полечились. Наступает утро. Вы все целые и почти практически невредимые, только с моральным ущербом некоторым для себя. Угу. Вискерс нормально себя чувствует? Как-то. Все подлечены. Да, ему стало лучше. Все, у меня энергия осталась 80, да? Или да. Там? Энергия у тебя осталась. Хорошо. Я полностью вылечился, получается, да? Ну, будем считать, что Волков тебя ковырял всю ночь. Ага. И, забыв об оружии, и полностью тебя починил. Так, а я сам тоже лечился. Ну, вдвоем будем считать. Ну, да, вдвоем, совместными усилиями. Да. Ты говорил, что где отломано, я это назад вправлял. Так, мне оружие надо закончить собрать. Я тогда оружие дальше собираю. Давай как-нибудь потом, а? Нет? А как я запчасти понесу в мешке? Может пригодиться, если вы не заметили. У тебя же есть набор механика. Есть? Не, оружие есть. Ты, дробовик-то свой ты собрал, как тогда мы договаривались. Да, на сколько-то там процентов, я уже не помню. 50 уже получается. 50, был 30, 20 да. Еще. Ну, что, мы отдохнули? Какое время суток сейчас там, если выходить наружу? Мы можем тогда просто перемотать время, не знаю, пока он не починит это все. Это очень долго времени. У нас сколько всего? У меня тоже дробовик и пистолет, но это, да, починить, это долго будет. Это нам надо еще несколько суток здесь просидеть. Да, это точно. Вы можете это сделать, если хотите. А нельзя по дороге это все делать? Можно. А как я на ходу буду? Ну, когда будете останавливаться. Несите столик, я буду... Это, двое несут столик, я рядом с ним иду, собираю, перебираю. А как на ходу это сделать? Никак. Здесь надо сидеть, подготовиться. Мы все... отдохнули и идем к выходу. Все, да, я... Хорошо, ну идем к выходу. Оружие. Оружие у вас в любой момент выйдет из строя. И вы как будете еще со скорпиончиками 30% сражаться? 30% это достаточно еще. Ну это хорошо, если так, тогда ладно. Малик идет в хвосте и бубнит что-то себе под нос. Да, вы выходите на поверхность, и там вас встречает рассвет в пустоши. Что такое пустоши? Радиоактивная, думаю, все могут представить. Вы с небольшого холма в предгорьях сейчас находитесь, насколько я помню, где у вас находилось это убежище. И внизу перед собой видите большие, просторные, радиоактивные равнины. Все подернуто маревом таким, пустынным. Ярко светит солнце с востока. У меня есть встроенный в лицо. Датчик радиации? Да. Ух ты, отлично. Ты можешь считать радиацию. Я буду считывать радиацию. Радиоактивный фон нормальный. Я сообщаю об этом моим сотоварищам. Я думаю, это будет полезная информация. Вы, я думаю, что вы взяли еду и воду, естественно, с собой. Конечно, не запасы провизии на несколько дней. Хорошо. Как же без этого? Все, и куда будете, что вы будете дальше делать? А машина что стояла? Машина нет или есть? Где машина? Машины нет. Какая машина? Машина сгнила уже давно. Как-то мы когда ложились спать, здесь по-другому все немножко выглядело. Да. А что такое? Давайте двигаться в сторону. Кто-то помнит примерно, где находился городок тут маленький? Ну что там? Нет, давайте там дойдем дорогу, давайте попытаемся. Да. Девочка, ты никак не ориентируешься здесь вообще вместе? Откуда ты пришла? Может, девочка ориентируется? Я здесь вообще в первый раз. Нас везли в каких-то закрытых штуках. Я даже не знаю, что это было. Я сбежала и бежала, куда глаза глядят, пока не нашла ваш...
Вы можете без проблем найти вход, через который вы входили, поскольку он не так далеко, и оттуда полузаросшая такая дорога ведет куда-то. Ну, это совсем не юзанная явно давно, но еще просматривается. Ну, хорошо, давайте вдоль дороги идти. Надо идти, да, к поселку, к которому мы видели. Вы собираете вещи. А там сильно жарко? Нам грозит это обезвоживание, солнечные удары, ожоги. Там довольно жарко, под 30 градусов. Слайк, он позеленел. Радиация, да? По 30 градусов тепла. Я на голову что-нибудь себе повязываю. Там. А, вокруг редкая растительность, но она периодически выше вашего роста, такие кусты. Поэтому местность не просматривается прямо на километры вокруг. Поэтому всего, что происходит на равнине, конечно же, вам не видно. Кто самый из нас скиталец самый? Аутдорсмен? Да, 32 у меня. Давайте читать, если это там что надо. Давайте просто... А с какой целью? Ну, кто будет вести группу вперед? Что, по дороге? Мы сами не сообразим, как по дороге идти. Вдруг там будет только открытый, кто-то не заметит. Собачка тоже с вами. Идет по дорожке. Вы как, цепочкой идете или шаблой, или как вообще? По парам, наверное, не знаю. Я с собакой. Цепочка. Растягиваемся же. Первый. Как обычно это бывает. Там. Кто-то отстает, кто-то быстрее. Первый, наверное, вас робот вышагивает бодро. У кого вы наконец-то. Восприятие у кого больше всего? Ну, восприятие у меня 7. У меня 7. Допустим. У тебя есть больше, чем 7 восприятий? Алло. 8. Ну, пусть 6. Девочка вперед идти и высматривать впереди опасность. Как бы так. Если она захочет сама, конечно же. Девочка, доведи нас. Я не против, я иду впереди с мистером Вискерсом. Девочка в космосе с покемонами воюет, что она тебя высмотрит? Минут через 20 вашего похода вы видите впереди груду металла. Братья! Это искореженная. Вот она. Не смотри, не смотри! Смотри ему глаза. Я настораживаюсь и пригибаюсь к земле. Искореженная, прожаревшая машина, в которой вы можете узнать тот самый пикап, на котором вы приехали. Вроде. Да ладно. Он да без ладно. Колес, с отодранными уже там панелями. Такая, в общем... Магнитолы нет, естественно. Все выдрано, естественно. Колеса сняли, козлы. За 100 лет. Разбитый. Я должен отметить, что персонаж Марины мне очень напоминает... я забыл, как ее зовут, из Borderlands 2. Там такая была тоже бешеная девочка. Взрывоопасная такая. Ну, короче, по состоянию автомобиля мы понимаем, что 200 лет прошло таки. Ну, вы понимаете, что прошло, да, довольно много времени. Так мы же записки должны были понять, да, вот, которые нам оставили. Он там не писал про время. Дед сам, наверное, не знал, что прошло столько лет. Плюш начинает плакать, понимая, что все люди, которых он знал, погибли давно мертвы. Давным-давно. Мама, папа, гильдия в Варкрафте. В районе обеда вы уже проголодались солидно, солнце стоит в зените. Будете дальше двигаться, температура 30 с чем-то градусов. Ну, куда? А есть какой-нибудь, где приткнуться? Ну, какие-то кустики там, камушки. Может, перекусим, пацаны, да, ночью пойдем? В тени сейчас спрячемся. Мне нужна глюкоза. Кирпичиков намывал. Можно залезть на спину робота и осмотреться, нет? Как далеко поселение. Ты не против будешь, как его там сейчас? Я привык уже, да. Он тебя подбросит, и ты посмотришь. Нет, ты ничего не увидишь, потому что кусты выше роста человеческого. Я же говорю, я хочу закарабкаться сверху на Найдер, на робота залезть и осмотреться. Ну давай. Встать на плечи роботу. Я вроде ловкий, 7. Вставай на плечи робота. Я приседаю, позволяет забраться на плечи. Куда слайк, сейчас упадешь. Далеко, высоко стою, далеко гляжу. Ну тебе видно кусты, вид сверху. Дальше более высокие кусты и дальше ничего толком не видно. Я видел это кусты. Зато а у тебя сколько у тебя восприятия? 7. 7. Хорошо, сейчас попробуем прокинуть чего-нибудь. Я тоже хочу залезть большому дяде на плечи. На процентник. Процентник. Сейчас подождите секунду. I'm the king of the world. Тут пишут, что Зак у нас робот-диабетик. Славик. Славик, ты видишь в нескольких километрах впереди и справа поднимающуюся с легонца пыль. 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 Как далеко пыль? Несколько километров впереди и правее. Если говорить о сторонах света, то
двигаетесь вот так. Вот у нас... Ой, сейчас нарисую их попонятнее. Откуда? То есть где солнце? Да, сейчас я покажу. Так, вот там вот восток у нас. Соответственно, там у нас юг. Вы двигаетесь на юго-восток. А нет куда? Где примерно, в каком направлении? На сколько вот часов? На юге. На юге, значит. Угу. Там то ли машина едет, то ли большая группа людей, то ли кто-то на лошадях скачет. Надо спрятаться. Надо подать сигнал, помогите нам. Уйдем с дороги немножко и будем ждать, когда они, если они приедут вообще мимо. Не факт, что они по этой дороге вообще едут. Не факт, но на всякий случай. Давайте уйдем с дороги, переждем, пока жару, день, теньке. Все сядем в тени робота, и все равно. Я же там не такой огромный, я же размером. Так накинем на него плащ. Вы, короче, уходите в кусты, да? Как верблю. Как зон. Вьючный робот. Уходите в кусты. С диабетом. Уходим в кусты. Хорошо, двигаясь в кусты, впереди слышите жужжание. О, щит. Можно в другие кусты пойти? Можете попробовать. Там занято, давайте с другой стороны дороги. Там занято с той стороны. Похоже, вероятно, что так. Но можете посмотреть, что там зажужжит, конечно же. Может, не да, смотреть, ну опять хотите. На 2 часа драться, блин. Нет. Хорошо, смываетесь в другие кусты. Да-да-да. Бригада. Там более-менее спокойненько. Жужжание, скорее, стрекотание и скрежет, не слышно. Джерри, ты что-то чуешь? Под ними вы сколько часов? Можете теперь оружие починить еще? О, хорошо, давайте будем чинить оружие. Бинтоваться, шминтоваться. Я буду как раз сделать противоядие. Чье оружие Волков будет чинить? Кстати, вы уже распределились оружие-то? Огнестрельное. Ну, у меня какие-то скалки было. Дробовик и пистолет. А дробовик это тяжелое? Записано. Это легкое. Нет, это легкое. У нас тяжелого нет, да? Но это типа пулемет. Нет, тяжелого у вас нет. Да, гранатомет и остальное. Волков, что чинишь? Что, свою винтовку дальше? Ты же починил дробовик. Дробовик, почини сколько пистолет, у тебя умение? А? Умение. Ремонт? Да. 47. За 4 часа, первый час. 99 не попадаешь. Чуть не сломал. Так чинил. У меня 83 ремонт не попадаешь. 50 ремонт, сколько ремонт? 72 сколько... не попадаешь. Я могу я себе пока починить? 80 пистолет. Не попадаешь, ты вообще не починил. Можно я починю себе? За 4 часа. Нет, ты не можешь. Нет. Не могу. Ты можешь попытаться. У меня 31, это мало, наверное, да? Ну, маловато, конечно. Можешь я попытаться. Могу попробовать хотя бы смазать пистолет себе. Ну, смажь его. Хорошо. Что мне кинуть? Будем считать, что тебе 10% вернуло состояние. И тут да, ты понял, вот что и... все остальным тоже можно смазать, и таким образом вернуть 10%. Давайте все смажем. Чем-нибудь. Давайте смажемся. Обмажемся и побежим. Есть воски из ушей, достать и смазать оружие. Смажемся. У меня тогда... Хорошо. Все по 10% все верните тогда. Состояние, да, вот это, которое оружие. Да. Так, подожди, по 10% чего, то я тут что-то вообще. Было 30, стало 40. 40% у вас состояние оружия. А, так у, подожди, у Найдер же был нормальный пистолет полноценный, он же нашел. У него был неповрежденный. А, или он потом, время шло точно, я забыл. Как это? Нет, у всех это были все, повреждены. Это все возраст, точно. А в этом. Дальше. Поехали. Да, время проходит, вечереет уже. Солнце клонится в сторону заката, но еще пару часов до его полного. Скрывание, так скажем, за горами. Но оно уже золотит верхушки гор, поскольку с той стороны, с той стороны на западе горы. Да ты поэт. И оно сядет раньше. Пойдем. Идемте закат. Дальше. Все, пошли. Мы двигаемся дальше. Хорошо, двигайтесь вперед. Солнце уходит. Температура резко начинает падать. Да. Вы со светом будете идти или как? Ну, давай, встраивай. А что за освещение? Дорогу же видно. Что? Дорогу видно. Ну, идем вдоль дороги тогда. Зачем нам привлекать внимание? Есть свободный слот. Можно, да, давайте. Встраивать мне фонарик. Осторожно двигайтесь вдоль дороги. Осторожно, я надеюсь? Ну да. А наверное. Как? Очень. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Через полтора часа вы видите впереди зарево от костра или от костров. Это где-то километры, в полутора километрах от вас впереди. Я крадусь хорошо, могу попробовать заскаутить. Я могу вместе с тобой красться. Если ты не боишься. Какие из вас крадуны, хорошие? У меня будет 49. Так, я пока дорогу сотру, всем понятно, где это находится все? 52. Нормально. С тобой в разведку можно ходить. Это не показатель. Вот
вы там, ребята, остаетесь, да, остальные крадутся, или как у вас, что у вас как происходит? Ну, мы хотим приблизиться на максимально безопасное расстояние, чтобы нас не засекли. Так. Кто двигается? Этих пошлем вперед, если вас не будет через там 10 минут, мы пойдем за вами. Если, или не знаю. Или лучше уйдем. Если что-то с нами случится, мистер Вискерс к вам прибежит и скажет. Хорошо. Так кто Хрон? Хрон и Марина идут. Спокойно. Мы стараемся подойти с такой стороны, чтобы нас было как можно меньше видно, чтобы рассмотреть как можно больше. Подветренное, чтобы запах ваш тоже. Видишь. Собака и тоже с вами пошла. Я не знаю, пошла. Как Хрон, но от Марины точно запах такой. Она там здесь давно, видимо, сидела в пещере. Собака пошла с вами, если вы не против. Собака и тоже. А что мы с ней сделаем? Не знаю. Я и пробовал погладить, она мне зубы показала. Сейчас я ее прогонять не буду. Хорошо. Пустую руку собаки притягиваешь. Ребята где-то через... в метрах 100, наверное, от нас, я так понимаю. Да, продираясь через кусты, вы наблюдаете следующую картину. Впереди ваша дорога пересекается с еще одной дорогой. Стая гекконов золотых такая. Такая та дорога, тоже разбитый асфальт, но видно, что если более... Если что, это не Вискерс, это живое существо. Видно, что более наезженная, и там небольшая равнина открывается. Так. И вот здесь вот, вы видите костер, и еще один костер, а также... повозка, еще одна повозка. Они запряжены животными, похожими чем-то на коров, только двухголовыми. А повозки сами сделаны явно из... Брамины! Старика их браминами, да. Повозки сделаны из минивэнов. Такие отпиленная передняя часть там прицеплена. Сзади в них, в этих повозках, решетки. За решетками вы можете разглядеть людей. О, нет, работорговцы. А вокруг костра сидит несколько человек. Они о чем-то переговариваются весело. У них на лбах такие, да, эти самые знаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14 человек всего. Ого. Я себе взял дробовик, да? Я надеюсь тоже. Я не сказал об этом. Я взял. А ты вообще не там, Рамон. Ну мы делили оружие тогда. Да-да-да. Нет, ты взял, конечно. Вот это то, что вы наблюдаете. Мы можем понять, кто это. Собака начинает чуть-чуть порыкивать, дойдет. Назад. Они там это. Ну, мы можем понять, что за люди. Их хорошо, Марина их хорошо узнает. Она видит, что это. Кто это? Что это работорговцы. Или, по крайней мере, те, кто собирает по пустошам людей, чтобы потом продавать. Которые растут созревших. А сколько их там? Вам видно, человек 15. Это ну, нехорошие я... люди, мы с Вискерсом их не любим, лучше с ними не встречаться, я предлагаю убежать. Там у костра стоит такой приподнятый дух, гогот. Они там мне уже не важно, что беседуют. Там стоит, я уже убегаю. То есть определили, что 15 человек именно работорговцев, да, они? Я тоже оттуда ухожу нафиг. Собака? Или определили, что там 15 человек вообще? Они увидели, что их 15 человек у костров, а то, что там в повозках-то не видно. Просто видно, что это повозки, сделанные из, считай, половины минивэна, задняя часть которой зарешочена какими-то прутьями. Mm. И в них там явно люди. Что они втроем... Они успели рассмотреть вооруженные быстрым шагом... Волку вот так интересно, что он зевает, я вижу. Они возвращаются к вам и рассказывают. И, конечно, он уже 2 часа чинит винтовку и больше ничего не делает. Да. В какую сторону развернуты эти? Это на, они, получается, на восток развернуты, да? Минивэны эти? Они развернуты. Вышли на... Куда? На юго-запад вышли, да? Получается, они двигались на восток. На юго-восток шли. Ребята, пошли на юг. Ну, мы пробегаем, рассказываем. Там такое! В другую сторону валим отсюда. Идем я как говорить, что это работорговцы. Их там дофига. Пошли на юг, потому что движутся они на восток. И если мы будем двигаться на восток, они нас нагонят. Так что, или вступим в битву, а? Кто хочет... Да там 15 человек. Мы тут с 3 скорпионами разобраться не еле-еле. Там робота чуть не потеряли. Ну... Я предлагаю. Если ты хочешь героической смерти, мы с Вискерсом о тебе поплачем. Мы тебя убьем. Идемте дальше, вокруг обходим тогда. Да. Да? Да. Все. Да. Решено. Да. Пока идем вы идете, с левой стороны слышите крик ночной птицы.
Какой-то. Я прислушиваюсь и присматриваюсь очень активно. Так, мы можем выждать пару часиков? Или часик выждать минут 30? Вдруг это кто-то решил атаковать группу охотников за рабами и переговаривается? Можете выждать. А где вы будете? Просто так в кустах сидеть выжидать? Не знаю, как. Как мы будем ждать? Будем ждать или пошли отсюда? Подождем часик? Валим, валим, бежим! Предлагают идти на безопасное расстояние метров на 100 от них. Плюш прислушивается, что там слева за птица кричит. Очень активно. Пытается высмотреть что-нибудь. Пошли в сторону крика птицы. Хотя что-нибудь происходит в результате? Кто двигается? Все ломятся туда? Не ломимся. Ну не ломятся, но аккуратно. Кто-то идет. Кто именно? У кого там вот скрытность? Сходите, только посмотрите. Только те, кто со скрытностью идут? Да. Это кто? Я иду. Хрон идет. Плюш. Я иду. Плюш и шей. Два. Хрон. Все, так вот это и есть и хрон. Это я. Мне туда не надо, пожалуйста. Не надо. Все, хорошо. Хрон и плюш. У вас сколько там это скрытность-то? Скрытость? 49 и 52. У меня 49, у шей 52. У тебя хрон. Не попал. 83 тоже. А что это двумя десятками таки, да? Не знаю. Сейчас. Хрон еще раз. 58, не попал? Марина. 55, не попало. Я в ведро наступил. То есть их заметили. Вы двигаетесь в том направлении, вдруг видите... Оступился и сбил меня с ног. Слева от вас какая-то белая фигура. Ночью белая фигура. Да, белая фигура движется к вам. Он точно не хочет. Ступая очень аккуратно, так чтобы шума вообще не производилось. Как она выглядит, эта фигура? Эта фигура выглядит как гуманоид, как человек. Он движется к вам, подняв одну руку. Теперь, как вы видите, он поднял одну руку. Я тоже поднимаю одну руку и стою. Ха, Гитлер! А я прячусь за него. Хорошо, ну вы пока все остальные это не видите. Так. К вам приближается человек, одетый в белые одежды, как это ни странно. Белая рубаха, белые штаны. Даже вроде как у него и обувь тоже сделана из какого-то белого материала. И он говорит, обрит наголо. Вы успешно прошли конструкт. Рамон проснулся. Во второй руке вы у него видите автоматическое оружие. Он говорит вам, мы не причиним вам вреда. Мы? На лице у него играет легкая улыбка. А глаза смотрят на вас бесстрастно. Ты знаешь таких товарищей? Нет, он таких товарищей не знает. Что-то их долго нет, я просто проверю, где они. Я отправляюсь, иду в направлении тех, кто эти поползли двое. Я говорю, добрый... Он говорит, вы видели работорговцев здесь недалеко? Там займы-ка старые. Видели, а вы кто? А что вы нам за это дадите? Не слушайте, она сумасшедшая. Мы охотимся на них, говорит он. Сам ты сумасшедший. Охотитесь на них? Тогда они вон там, вот. Вот вон там. Можно мне слово? Нет, можно я к ним подкрадусь тоже туда, как-нибудь? Очень хочется? Да, не знаю. Их долго нету. Ну, пожалуйста, можете остальные прийти, кто хочет. Идем все. Все пришли. Что? Подкрадывайся. Что, тогда нет, давайте голованем. Не, ну так... Я останусь, я не буду туда идти. Так ты-то как раз со своим тепловым видением вообще можешь видеть и фигуры, что там происходит. Что они спокойно стоят друг напротив друга. Да, я толкаю робота в бок. Что ты видишь своим инфоклассным зрением? Отличный план. Я вижу... Ты видишь, что они там с кем-то беседуют. Ладно, так сделаем. Через горячий песок... Сполохи тепловых каких-то там еще. Я говорю этому товарищу, да, мы видели тут недалеко работорговцев. Вы на них охотитесь, да? Что бы вам еще сказать-то? Ну вот там они, человек 15 их, говорю я. И что он? И они вооружены. Да. Спасибо за информацию, Ирина. И хотите там понять? Еще люди в тележках. Мы хотим освободить там нашего человека. А сколько у вас? Только одного? Нас много, говорит он. Тогда удачи. Давайте мы к вам присоединимся и поделим экспу поровну на всех. Как раз это и хочет там предложить. Хотите присоединиться к нам в истреблении
Что-то мне подсказывает, что группа, которая сидит в соседних кустах и там подсматривает, она будет не против. Ну, короче, группа, фиг с ним, пусть к вам подходит все-таки. Туда меня потянула непреодолимая сила. Я иду, я не могу ничего сделать. Вот так вот, раз, и все. Смотрите, легко. Оп, уже тут в кустах. Просто не очень сильный ветер иногда бывает. Но вас Славик очень сильно-то тянул. 140 килограмм внезапно потянул. Что ты, Славик, хотел сказать, короче? Я хотел прийти, да. Чё? Ребята, у вас зажигалки нет. Чего? Зажигалки не будет, не знаю. Да. Нет, говорит он. Есть прикурить. Окей. Спрашивает робот. Мы атакуем через 15 минут. Разворачивается и уходит. С какой стороны вы... В ночь. А у меня нет часов. Рамон, ты видишь, что там, в ту сторону, куда он уходит, вдалеке, по крайней мере, ты можешь наблюдать еще фигур 5. Вдалеке это где вдалеке? Ну, удаляясь, где-то там вот по кустам они все. Ага. По крайней мере, ты видишь, но их явно больше. Мы друг друга не перестреляем там сейчас перекрестным углем. Как вообще разобраться, блин? 15 минут у вас есть на подготовку к атаке. Предлагаю обойтись по окружать стороны. Да. Короче, в белом будут наши, а остальные это немцы. А с печатью на лбу это работорговцы. Преступление в гильдии, что они печать на лоб ставят. Ну, не факт, что они в гильдии состоят. Да и потом это за горами было. Там, за туманами. Давайте обойдем туда вокруг. Колпака у него на голове не было? Нет, он бритый наголо. Свой человек. Давайте обойдем вокруг. С юга обойдем. Вот отсюда? Это с юга. Это с севера. Российский с противоположной стороны. Оттуда? С противоположной, да, вот снизу. Юг для нас это... Слева внизу, да. Хорошо, слева. Планета Земля для людей! Так что, пойдете с этой стороны? Вокруг обойти, да. Всей компанией двигайтесь. Ну, нужно предположить, с какой стороны они подойдут. И так, чтобы... Откуда он пришел, скорее всего. Выйти не напротив, а как-нибудь так вот сбоку, чтобы друг друга не... Ну, они, скорее всего, отсюда откуда-нибудь будут. Да, вот мы просто... Я хотел, да, перекрестный огонь. Чтобы они не могли убежать. А вы отсюда? Зайти в спину. Соответственно, да? Ух, это если сейчас каждый будет ходить... Я хочу как нижние тележки по Роман уже предчувствует. Роман предчувствует боев. Да не волнуйся, такие большие бои обычно проходят немножко в другом режиме. Ну ладно. Все умерли по домам. Так вот двигайтесь сюда, да? А могу я подкрасться вот к тележке, которая снизу? Значит, не надо, там костер. Туда? Я хватаю за ногу. Да. Можешь вокруг вот так вот обойти все. Да. Вы будете останавливать или пусть крадет? Да, я ее останавливаю. Не надо, если ты спугнешь, то весь план, эффект неожиданности пропадет весь, если они ее поймают. Знаете, что самое смешное? Что моему персонажу 22 года, а ей 25. А это так по-отечески, типа так. Но ты все еще лень у тебя где-то внутри сидит. Не вытравишь его. Я пытаюсь остановить, говорю, куда ты, дура? Тебя убьют. Стой. Я хочу освободить рабов. Прошло 10 минут, через 5 минут атака. Они растираются. Они же безоружные. Так потом освободим, они все, мы всех освободим. Сейчас нам помогут куклу с кланом, и нормально. В белых колпаках. Если они не другие роботорговцы-конкуренты. Доставайте оружие, кто у кого какое достает оружие. С дробовиком наперевес уже такой стоит. Да, у меня в одной руке пистолет, другой дробовик. Девушку получилось остановить, девушку? Или она ползла все-таки? Кидай кубик. Киньте кубик. Уползать давайте будешь? Кубик. Чего я тебе уговорил? Да нет, он тебя держит, ты никакие кубики тебе, если только ты с ним драться не решишь. Никакие кубики. Он мне в глаз может дать, ну что. Можешь драться в рукопашную, если хочешь кидать кубики. Ну вырваться там, состязание. Нет, я не буду раскрывать нас таким способом. Я разворачиваю. Остается 2 минуты до атаки. Голову и свечу красными глазами на них. Хватит. Ну вы что там, идете, нет? Мы приближаемся. Мы ну хорошо, ждем... вы уже видите этот лагерь с той стороны, да, с которой вы хотели. Даем пушки. До него сразу остается метров около сотни. Кастеты. Выстрелов. Молотов. Вы там залегли или что вообще делаете? Да, есть какой-нибудь камушек, за который ждем, можно лечь? Ждем сигнала к атаке. Мостовую разбираем, делаем баррикады. Опять же двутичка будет квакать какая-то. Я ищу на земле что-нибудь, что можно будет кинуть. Находишь, да. Хорошо. В этот момент раздается стрекот автоматического оружия. Вы видите много огоньков с этой стороны. Да, и пули летят. Некоторые из них трассирующие. Народ там начинает бегать в панике.
Кто-то бежит в вашу сторону. И вот здесь вот вы немножко увеличим масштаб. На вас бегут обезумевшие два человека. Я в руках у них ничего нет, но на боку одного из них висит оружие, второго за спиной висит оружие. Какое-то. Сзади? Нет, они вот сюда вот побежали. Я целюсь. А. Можно, уже можно... Мы входим уже в режим боя? Да. Хорошо, надо... Мы в них стреляем. Стреляем. Давайте. Они у вас сейчас метрах 10 от вас только поднялись по пригорочку. Хорошо, будем стрелять. А теперь с вашей стороны тир начнется. Наконец-то. Ага. Отомстите им за скорпионов. Слушай, во, оттуда а там... Оттуда все и слышен стрёкот оружия. Я вроде читал, или кто-то может знает, там... Или это за другую расу, я уже просто забыл. Роботам можно вести прицельный огонь или нельзя? Что-то я можно, там где-то можно, такой... Конечно. Можно, да? Да. Хорошо. Ну, все, я... Все, кто у вас первая девочка стреляет? Бумерангом своим? Бумерангом, наконец-то. Хочу! Ура, наконец-то я могу его использовать. Да, я бумерангом кидаю, вот, который ближе ко мне. Хорошо. Прямо вот... Рамон дальше. Сейчас вы просто, они не ожидают, у вас автоматически будет попадание. Сейчас хочу посмотреть, убиваете вы их или нет. Рамон, ты чем будешь стрелять? В кого? Ну, да. Пока бумеранг летит два хода подряд, я... Ну, у меня пистолет, получается, и дробовик, как с того раза. Они в 10 метрах от тебя, у тебя там... Ну, я в голову целюсь одному из них и стреляю в него. Ну хорошо, ты стреляешь в голову. Волков, чинишь оружие? Вроде. У меня шансов мало, смысл тратить. Волков, знаете, как такая бабушка, которая вяжет любой непонятной ситуации. Да. Но смысл тратить боеприпасы, у меня мало их, всего двое. Да подберем потом с этих трупов столько оружия. Ну, давай, хрон. Ну что, стреляю в ближайшего. Давай, из дробовика тоже. С дробовика попаду. Я тоже стреляю. Славик? Тоже стреляю по ногам. Да, ну блин, это какой-то тир уже. Вот с вашей стороны тоже раздаются выстрелы, бж-бж-бж-бж-бж, они оба падают замертво у ваших ног. Ну мы могли, кстати, не стрелять, мы раскрыли свое местоположение, что мы там тоже есть кто-то. А что, а если бы они раз добежали, мы бы не раскрыли? Да, там совершает метаться еще больше. Я бы побежал с кулаком занесенным там. И еще через секунд 15 выстрелы прекращаются, повисает тишина над лагерем. Окей. Можно и подойти? Вы видите, что с той стороны лагеря выходит люди в белом. Фигур 20 в белом, обритых наголо. Men in white. Людей. Что-то по крайней мере, не нравятся мне эти перцы. А теперь я предлагаю валить.